казан кебаб. Кебаб это по-узбекски шашлык. А казан кебаб шашлык в казане. И вот посмотрим, какие у нас ингредиенты. Я взял с собой картошечку, потом у нас баранинка, лучок и всякие приправки. Приправа универсальная для мяса, приправа специально для картофеля и масло, растительное масло. Вот у нас такой казан. И сейчас начнем растапливать костер. После того, как у нас накалилось масло, мы выкладываем туда картошку. Я ее буду выкладывать частями. Вторая партия картофеля поджарилась. Забираем. Партия картофеля поджаривает. Надо ее достать. Помазать, промазать. Чтобы она у нас не солилась. Напиталась приправой. Все. Вот у нас баранина. Обжариваем до тех пор, чтобы потом, ну потом будет пропущено. Отбираем отсюда масло, не сильно много, но отбираем, вот я отобрал. Запиливаем мясо обратно. Лука. Нам надо в огонь дров не подбавляем, чтобы стал поменьше у нас. Сейчас лук обжарится. Солим. Добавляем приправу. Вот мы закинули мясо, посолили, поперчили, добавим еще одну гречку для аромата. Все это перемешиваем. Чуть-чуть.
залил я это водичкой. Огонь делаем на минимум. Накрываем все это крышечкой. И потом подойдем сюда только через минут 40. Ну вот и все, вот результат.